Всем приветик, друзья! У нас сейчас развиваются везде флаги турецкие, потому что праздник, День Республики. В этот день образовалась Республика Турция. Погода интересная такая. Облака и небо вроде все есть. А я уже вся в заботах, в делах. Постирала штору с утра. Я ее вчера замочила в воде. Ну, вчера ребенок купался в ванночке. И вот так я делаю. По очереди замачиваю шторы в доместосе и стираю. Ну, а что делать? Серые, постоянно серые. Сейчас они хоть более приличнее выглядят. Никогда их не глажу, друзья. Кто гладит шторы? Я никогда не глажу ни шторы, ни тюль. Ничего. Шторы вот эти, которые плотные, вешаю сразу после стирки. Как бы здесь у меня тюль, и выглядит все прилично. А что там на улице, мне как-то все равно, знаете. Что, ты зубки чистишь? Второй влог уже, ребенок тут про зубы свои. Смотрите, что я придумала. Я вообще сама терпеть не могу все эти застилания дивана, всякие чехлы, тряпки непонятные. Но, друзья, оказывается, с ребенком это все не так просто. Она сидит у нас именно вот в этой части, ее любимое место. У нас там уже изрисовано ручкой, карандашами, всем, чем можно. Я решила пока так прикрыть. Но вчера Фуркан пришел, говорит, что смотрится, в принципе, неплохо. И можно еще взять и вот сюда застелить. О, дочь. Да, сейчас я тебе дам пить. В общем, как-то так пока. Посмотрим. Вообще, конечно, по-хорошему диван бы сначала нам помыть. Но это, наверное, только весной теперь. Потому что все равно, даже после вот этой профессиональной чистки, должно быть солнце, оно должно хорошо просохнуть. Сейчас уже у нас влажность высокая, поэтому даже не стоит затеваться. Друзья, решила вам показаться и показать свою посылочку. И сразу заявить, что я страшная женщина, потому что все виды эпиляции я провожу дома самостоятельно. И мне помогает в этом Инджи, что означает «жемчужина». Я заказываю этой компании воск. И вот мне, наконец, доставили очередной мой заказ. Я заказала 3 пакета розового воска и 2 пакета зеленого воска. Это, естественно, все для разных зон и тому подобное. Также они мне тут положили лопатки для воска. И еще, если попросить, они могут воскоплав в подарок. Но у меня есть воскоплавы, поэтому мне он не нужен. Я сказала, что мне он не нужен. Что касаемо, значит, оплаты 90 лир за 5 пакетов. Доставка буквально за 2 дня. Оплата курьеру. Не нужно куда-то там с карточки оплачивать. Можно просто уже курьеру заплатить, когда он вам привезет посылку. Я очень довольна, мне очень нравится этот воск, нравится эта компания, поэтому, девчонки, кто живет в Турции, прям рекомендую. А еще мой Фуркан по вашей просьбе поснимал немножко свою работу, чем они там занимаются, и следующие кадры с его цеха. Всем привет! Сейчас шоколад yapacağız. Herkese merhaba bu arada. Şimdi soğuk mermerde çikolata yapacağız ve müjdosunumuz pasta sıvıyor. Bunların hepsini nasıl yaptığımızı şu an videoda göstereceğiz. Başlayalım. Evet, başlayalım. Evet, şimdi öncelikle çikolatamızı yapmaya başlıyoruz. Şimdi şunlar pastalarımız. Nazan Hanım pastalarımıza şöyle çekerse. Bunlar normal pastalarımız. Şu anda afarmilenya yapıyoruz. Şikolata afarmilenya. Холодный мрамор. Вот так. Вот это мрамор минус 20. И шоколад просто. Вот так. Назанın çikolatayı normal yakından çekebilirsin. Evet. Bu ne lan? Ben de yemeyim.
Burada быстренько yapmak lazım. Потому что мрамор очень холодный. Короче, вот так. Вот шоколад. O diğer muzlara sıfırlar bomba sıvıyorum. Öyle mi? Evet. Yoksa meyveli mi? Düz mü sıvayabilirsin? Tamam. Вот так. Tartama farmının ya. Başlamaya tekrar. Вот так yeni bir çikolata. Yeni bir dekor karışı. Şikolata numara var. Tamam. Yeni biri yapıyoruz. Вот так. Merhaba arkadaşlar. Pasta bu şekilde sıvanır. Эклер делает назад. Вот так. Заварной крем и шоколад. Вон там маленький эклер. Вот так. Делает. Вот так маленький эклер. Назад, скажи привет. Скажи привет. Мерабалар. Вот так делает эклер, вон. Еще вон там есть, вон там. Вот это вот. Эклер и принц. Все. Вот так. Вот так шоколадный соус. И вон там тоже пироженька. Вот так. Еще шоколадный торт, орех и крокант. Шоколадный и крокант. Что делает? Соус. Жоста, скажи привет. Привет. Все. Все, всех на русском говорит. Да, Жоста? Да. Вот так. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları altlıkları alıyoruz. Süzüldükten sonra altlıkları alacağız. Hı. Потом мрамор и декор, да? Evet, декор.
Короче, чилекли петибер. Yani называется клубника петибер. Вот так. Клубника. Çilekleri önceden yıkamıştık. Onu söyleyebiliriz. Her şeyimiz hijyenik. Müjdat Usta'cığım, pastaların bitmiş halini de çekebilirsin. Biraz sonra pastaların bitmiş halinin videosunu da çekeceğiz. Şimdi az sonra onları da çekelim. Hoppa, bir çileğimiz gitti. Niço. Вот так çekebilirsiniz. Güzel sözüm. Bir iyi yönden вот так çekebilirsin. Вот так. Bir sözüm. Asıl en güzeli orada. Ama burası görünmüyor. Смотри. Hayırdır kafamda fesmes. Кричи, ура! Ура, пиелка! Ура, пай, дади! 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 Дяди, дяди, да. Вон, морду тоже отвёл. На Новый год здесь такого не увидишь. Просто Джумхуриетин байрам. Бугун Джумхуриетин. Дади! 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 Да, дяди, дяди, дочечка. Все. Поздно вышли, папа, конечно. Я не знаю. Доча, это не обла, это Аби. Аби я не знаю.